тренируют уже и прямую, и диагональ. И слева уже потихоньку начинают включать. Там уже пока как получится. Николаенко Дуденченко, 5-й стол. Ощущение, что не играет за первое место, да? Угу. Мы ждали, может быть, Никополь приедет, им-то рядышком сюда. И... решили Кременчук только что на выходных отыграли. Наверное, решили отдохнуть. Ну, правильно, ее допустили в старшую возраст. Поэтому возрасты как бы бонусные, срубит. А последующему поборется. Ну, она вчера свою лучшую игру не показала. Она, во-первых, что поздно, уже полвосьмого практически почти начала играть. День такой длинный был. И сразу попала на Плащинскую Ангелину, это первая игра была. Ну, видно было, это уже была не игра. Руть Гадулян, второй стол. Первый сет вообще плохо, второй чуть получше, но третий уже там поборолась. С моей точки зрения, она блестяще играла. Круто она играла, и Катя ее проигрывала по игре. По игре, не по... ну просто за счет того, что опыта больше, ну, да, разных да. прибамбасов, там подача круче, то вот на этом она набирала очки. А так, очень даже, очень она мне понравилась. Играла нужную игру. Все со стола, все так конкретно в темпе. Катя бегала, у нее ноги заплетались, она там подбрасывала. Не, ну же говорю, неплохо, но она может и лучше. Ну, это такое. Это уже удача. Да. Катя, по идее, тоже может лучше, но потому что виноват, что она лучше не играла. Хватило, и слава Полина Богу. Полина ей налево подачи все время подала. Катя не сразу всем же ей налево подала. Это же надо было думать. Мне подача иногда сложная получается. Ну, это пила ее. Хорошо вращается. Боковую. Ну, она только ее практически использовала. Они еще цели топорик и обратный топорик. И Александр Корзов, 6-й стол. Это подачи всю Украину обыграла. Подача хорошая у Кати. Не очень хорошая. Ну, наработанная, ну, я вижу, что это, скажем так, отработанная комбинация. Подача, высокий ответ и... не обязательно это, высокий. Ну, у Полины он, по крайней мере, все время. Так она, на ударе она проиграла подача. Больше, она вращать должна. В том-то и дело, что она как раз выиграла. А на бело на резвом мяче она не была? Русский Илья, как где он? А, во Львове? Нет, он был в этом.
в Чернигове. Также в Чернигове, только, ну, не чемпионат за чемпионатом. Вначале был 7-й год, потом 9-й. Не, ну только на 9-м была. А, да, по 7-му они, когда проводился по 7-му году чемпионат, они с папой поехали в Бельце. Ах, да. Да, это первый такой выезд, можно сказать, был. И Вове очень понравилось. Он говорит, очень много приехало стран бывшего СНГ. Там из России очень серьезные девочки, из Румынии, из Грузии. Международный опыт, это тоже надо. Да. И туда поехали наши ребята по 9-му году из Западной Украины. Они всю тройку места 9-го заняли. Вот. И там получилось так, был турнир в Бельцах, а потом белорусы остались на сборы. Ну, они сами там себе провели сборы. С молдаванами? Ну, да, да. Между собой, и они подписались туда под эти сборы с папой. Ну, это там красавица, мальчики, молодцы. Да, они недельку позанимались там, а через неделю турнир в Кишиневе. Что, записал? Пиниченко Максюта, 8-й стол. А откуда я знаю, кто с ним разговаривал? Я с ним разговаривал. Я не знаю. Он говорит, как он написан. Спасибо. Здесь мы не уровень. У меня есть рейтинг? Кого? Полина. Полина, да? Да. 9-4. У нас совсем не слабая. Катя, на вот этом, на вот этой Украине спукала за 17 место играла. Ну и как? Выиграла в жутких муках. Ну там на тяжело, это правда тяжело. Да. А там сказать, она вышла королевой. А по защите она великолепно играет. Тут маленькая девочка, кнопка с ней стоит. Вот, она раз на шипы, два на шипы, раз на шипы. Ну ладно, была спокойно. А бах, что-то не пошло. Бах, что-то не пошло. Наложила штаны, фух, света нет. Второй. Она немножко так, ну, поморщилась, пошла, так как вцепилась, и уже как бы начинаешь играть, а не готова к борьбе, не хочет, в общем, 0-2, потом она, в общем, взялась и с трудом выиграла. Как и сет там тоже вела типа 10-7, еле-еле на 9 выиграла. Несла ее ноги. Ну, видите, по шипам тоже надо уметь собираться. Что... Надо учиться для того, чтобы уметь разобраться в свойствах, попрактиковаться.